прибыли. Да, вот деревня Кургеница. Большая была деревня, богатый колхоз был. А сейчас, видите, вот одни дачники остались в деревне. Так что деревня красивая, на горе, видите, я живу на болоте, тут деревня, видите, на каком месте красиво находится, высоко поляна, да? Вот здесь у меня станция. Зимой включаю свет, вот, на станции Honda. Заправляю бензин все сама. Свет у меня в деревне. Вот сейчас сын заплатил 60 тысяч, чтобы это сама. Жили. Были, жили без света. С лампой, с керосиновой жили. 92-й бензин заправляем. Сын привозит. У меня бак получается 5 литров, и я включаю раз в неделю станцию. Хватает на 5 часов. На 5 часов хватает ровно. Получается, как сказать, два аккумулятора у меня есть. От аккумуляторов я заряжаю телефон. Вот сын с города привозит у меня, получается, бензин, продукты, все. Так, сюда. Нет, уже никого нету, потому что осталась одна. А мужиков в доме нет, остался кот, собака и я. Все хозяйство. Да вы знаете, никуда от меня. Вот вчера был на день рождения, получается, с ним. Даже вот так радуется, что он все руки выцарапает от радости. Муж, да, работал мастером, прорабом на острове Кир на реставрации вот, Преображенской церкви. Родился, вырос в деревне Кургеница. А вот, вот здесь мой дом, да. Я нахожусь на отшибе, вся деревня идет по центральной улице, видели? Хорошо крыть надо, живу на пенсии, 8 лет не работаю, поэтому... Как сказать? Работали кем? Смотрителем музейки же. Так вот красиво, живу на отшибе, мне нравится. Знаете, у меня было 2 коровы, в общем, 13 голов скота было. Телята, конь, вот конь на острове Кижи наш. Башка. Рыжий красивый конь Сивка, они его зовут теперь Савка. Посадила, ответил, 3 грядки и картошки маленькие, остальное засадили ружью. Да как посадила? Сын спахал трактором. Как? Вот медведь приходил, да, вот, даже вот в этом году. Как? Вы знаете, вот я первый год боялась. Ну как боялась? Боялась, что вот боялась больше людей, чем зверей. А вы в туфельках ходите? Конечно, первый раз одела за 3 года. Приходится больше ходить в сапогах. Потому что, знаете, вот змей очень много, даже вот на грядках заползают везде. Встречая вас, ходила в платье и туфли. Надо же когда-то быть не старой дряхлой бабкой так-то. В общем, говоря, вот печка у меня русская здесь. Вот я сама. Заходите, комаров только не запускайте, двери закрывайте. Хлеб сама пеку вот зимой. Формы в такие заливаю. Формы старые. От свекрови еще формы достались старые. Вот у меня 2 аккумулятора. Вот видите, заряжается. Да как? Что ж вы думаете, я в плохой деревне? Вот видите, заряжается телефон, да. Вот этот кнопочный телефон связывает вас с цивилизацией, да? Да, кнопочный телефон связывает с цивилизацией меня вот. Вот это родовое дерево нам в Кижах дали на 10 лет Плотинского центра Сергею Николаевичу. Михаил Филин в 1864 году родился, когда умер, у царя служил, не знаю. Свёкор мой Николай Михайлович, вот 1864-1972 умер. Вот основание, Курилка Фёдоров, Филиппка Фёдоров, Курлов. Так, сейчас скажу, год, 1563 год. Филиппка Фёдоров, Курлов. Вот эта фотография, родился дом, где свёкор мой родился, в доме. Лавка Михаила Филина. Вот семья была большая, но я как младшая невестка, знаете, как-то я привыкла, вот, как сказать, жить в строгости. Были они староверы, получается, как не любили лишнего говорить. Ну, как, наверное, время такое было, что больше молчали. Вот свекровь была в лагере у финнов, но, как рассказывала, немного. А так вот ничего не скажу, что как-то мы жили дружно все. Как вы познакомились-то с мужем? Как вы сюда ну выскочили? Вот как познакомились? Я заканчивала медучилище в Петрозаводске, он учился в техническом техникуме. Училище закончилось в 75-м году, получается, 17 лет мы здесь. Всего 5 лет работала, а то медсестрой, получается. Как вышла замуж и работала в республиканской больнице в приемном покое 5 лет. А потом муж уехал в Кижи работать прорабом, и мне пришлось, как сказать, забыть по профессию, про все и поехать следом. И так вот, получается, я всю жизнь проездила за мужем. Ну, как сказать, красивый был. Такой кореглазый был, не знаю, как загипнотизировал меня будто на самом деле. Когда муж умер в 2009 году, у меня была пенсия 3900 с ветеранскими на руки, представляете? А у мужа 8700 было, когда он умер. Ну, что это копейки, считайте. Вот на комете съесть в город, а тебе, да? Ну, что лежать на кровати, себя жалеть так-то, да? А так вот, честно говоря, внуки летом приезжали все время, заставляли бабку шевелиться.
Какой интернет, если свету нет? Ну, если был бы интернет, я, конечно, как все, сидела бы в социальных сетях бы. Лавка Михаила Филина, где вот мой свёкор построил этот дом, получается. Постройки, наверное, 900 какого-то, может, 9-10 года. Братья тут жили все вместе они, потом поделили этот дом. Да, я помню его разрушенным уже. Вот какой дом. Вот как он сейчас был, только что он прямо стоял, вот эта часть была уже отсоединена вся. Ну, тут версий-то много, кто говорит, староверы жили тут, что подальше от озера жили. И там идет губа. Сюда она. Они на лодке сюда причаливали просто, да? А раньше же моторов-то не было, на парусах ходили так. Так богатая, говорят, деревня.